блин. Итак, Джейк у нас получится очень-очень странно. Ибо его туловище, как у него, а ручки пипец какие тоненькие. Голос у него. Ну, типа такого. Какого он будет? Это же два глупца. Почему бы? Неожиданная позиция. Та же самая. Но у него есть его любимая оттенка. То есть леди Ливрин, либо не рок. У нас романтик, да. Творец в какой-то степени. Даже не знаю. Извиняйте, здесь нету роботов. Может его зеленый сделать. Идея. Пусть. Почему я изучаю такой вариант? Так, у него должен быть нос картошкой. Блин, как его поднять? Как его ускорить? Блин. Я понял, что Джейка сделать просто нереально. Но мы постараемся, верно? Верно. Что они все какие-то получаются непонятные. Ну да ладно. Ну что, мы брать вообще больные. А вот это вот хрень мы сделаем усиками. Он должен быть таким, как будто они укрылись оба. Так. Как будто они вообще пипец какие укуренные. А, бороду. Волосы на лице. Хо-хо-хо-хо. Что это? Пустим это Джейк. Про него вообще пускай не будет. Блин, это Джейк. Это вообще пес какой Джейк. Если это, конечно, Джейк, но это не Джейк. Это наркомания. Уху-ху. Умные уборы. Я знаю, чем я делаю Финн. Ну, блин. Ну да, практически. Да. Так, на чём мы увиделись? Да, наркоман Рейки. Да, который похож на инопланетяне, но сами и непонятные хрени башки. Ну, все не так уж плохо. Я думаю, все-таки цвет кожи ему стоит менять на... Да. Более-менее Джейк. Да. Мы под эту грушу, блин, ну, немножечко подбили, Да, кстати, что это за груша вообще такая? Допустим. Теперь ему нужно изменить его тело. Думаю, его не будет. Будет огромную шею тело. Теперь самое интересное. И жирный. Господи. Возможно. О, не плохо. Тело. Пинулит мир. А, два памяти бумер. Или наоборот, он толстый. Что это? Так, мы пока продолжаем опять. Я выбрала себе лично с Иваном. Было так, у вас наркоман, у вас получилось. Ну, не знаю, что из вас. Может, еще золотым. Допустим. Мальчик.
может, нам чуть-чуть жирка добавить, а? Не можем не смотреть. Пипец какой-то. Смотрите, здесь бог. Уже будет заменить. Я подумаю. Так, теперь нам нужно обтягивающие штаны. Они только... Господи. Так, оранжевые обтягивающие штаны. Так будет сложно. Это будет пипец, как сложно. Оранжевого нету, здесь что-то наподобие оранжевого. Думаю, фильм желтый все-таки более, а не оранжевый. Поэтому еще не желтый, и витамин. И походу никто в жизни не уйдет, и желтый. Ну, да, может быть. Я думаю, что точно не может быть. Ну, блин, обычного желтого нет. Обязательно нужно с узорами. Ну, допустим, вот так. Думаю, цвет кожи ему немножечко подровнять нужно. И... это уже более-менее... смотрите, ночной человек. Ну, я обычный. Да, обычно. Самый обыкновенный, что ни на есть, обычнейший. Только руки нужно худыми сделать. И худыми такими. Ой, перестарались. И ножки. Ножки могут просто у него. Знаете, они такие. Вот такие вот, такие вот. А теперь смотрим, что же у нас произошло. У нас... господи. У нас произошла дичь. Ну да, так тоже можно. Там что-то крутить надо было, видел, что-то. Ладно, не бойся, не бойся. А теперь изменю немножко бровки, они были. В общем, у нас получилось вот это вот на камне. Да, знаю, это немножечко странно, даже немножечко, но ладно. Не так как бы все равно. Не знаю, мне нравится. Прям какой крутой джейк. Кстати, похож, похож. Смотрим нашего Фина. Кейка. По-моему, довольно-таки неплохо получилось. Мне нравится мое творение. Давай ставить лайки, подписываться на канал. Как можно не подписаться и вот это вот мишки. Смотри, посмотрите. Ну ладно, буду его заметить и ожидать. Поэтому всем до новых встреч. Пока. Слышимся.